Опошні новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Спеціальний технік Організації Об'єднаних Націй прибув у Гомель. У його складі супрацовники ААН, міжнародних організацій, Білоруського Урада. Таким чином, наш регіон прийняв естафету мероприємств, присвячених 70-годдю гетої організації. Сьогодні тут проходили круглі столи, присвячені питанням устойливого соціально-економічного розвиття районів, які потерпели у виніку Чорнобильської катастрофи. За ходом дискусії сачив Олег Сінцеров. У Гомелі технік Організації Об'єднаних Націй знаходиться усього криху більше як сутки. І він прибув сюди з Бреста 26 кастричника у 23 години, а відправляється у Могильов 28 кастричника у 8 годин раніці. Але і за такий непротяглий час тут поспіли обміркувати шерг актуальних питань по устойливому розвитті потерпілих районів, а так само презентували нові ініціативи місцевого населення. Бодай, саме масова і представнича дискусія відбувається у обласним громадським центрі. За амаль 30 років, які пройшли після Чорнобильської катастрофы, на Гомельщине проведена великая работа по ликвидации наступств. Разом с тем, сказать, что зроблено все, покуль нельга. За послеаварийный период реализованы 4 державные Чорнобильской программы, зараз подрыхтована 5-я. Ее задача – максимально снизить риски для здоровья населения и створить умовы для устойливого развития потерпелых регионов. Что относится Гомельской области, то тут у наступные 5 годов упор будет зроблены на науково-обґрунтованную специализацию сельскохозяйственных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию существующих промысловых вытворчеств. Мы понимаем, что ограниченные ресурсы финансовые, то мы нацелимся на то, чтобы расширить то производство, которое имеется, то есть путем приобретения новейшего современного оборудования на тех же самых площадях, что позволит нам увеличить объемы производства и, естественно, заработную плату для работников, которые там работают на этих предприятиях. Між тим, удельники круглого стола по питаннях устойливого развития потерпелых районов погоджаются, только власними силами переодолить наступство в Беларуси будет непросто, а тому великие надеи на международное сотрудничество под эгидой Организации Объединенных Наций. Сярод опошних пропонов нашей краины обвящение периода с 2016 по 2026 годы 10-годим инвестиций в потерпелые районы с проведением масштабного инвестфорума, плюс допомога в реализации местовых инициатив. На представленной выставе проект по развитию ремесленства в Будокошелевске районе, вырубу славянских лялек у Житковичах, выучение традиций выпечки хлеба на Чачерщине. У этом районе сегодня у Огли реализуется одразу 6 проектов, накированных на захование развития народных традиций и ремесел. Теперь их меркуется объединять у одиное целое под огольной назвой «Золотое кольцо Чачерского района». Удельники техника Организации Объединенных Наций знакомятся с усими инициативами и кажут об умовах, на яких такие инициативы отримают международную финансовую поддержку. Мы сосредотачиваемся на идеях, которые амбициозны, инновационны, которые можно сделать один раз, а потом распространить как опыт на всю страну. И мы ищем только такие идеи. Как говорится, будущее среди нас, но оно только не распределено. Мы ищем идеи для будущего. У программе устойливого развития ААН у каждого региона своя задача. Свой уклад уносит и Гомельская область. Ликвидация наступств Чернобыльской катастрофы, приобщение экологичной ситуации, допомога беженцам и борьба с нелегальной миграцией – это только некоторые накерунки, которые наш регион может лечить для себя приоритетными. Мы хорошо знаем указ президента о оказании помощи украинцам, которые вынуждены были приехать сюда, найти приют. Это всесторонняя помощь, это доступ к образовательной системе, это доступ к работе. Мероприемства, которые проходят в рамках святкования 70-годия Организации Объединенных Наций, позволяют не только проанализовать достигнутые успехи, но и распрацовать планы на будущее. Подчас нахождения у Гомеля техника ААН в область официально долучается до декларации прихильности до мета устойливого развития. Положения этого документа будут увлечены в дальнейшей совместной работе Беларуси и Организации Объединенных Наций. Олег Сінцеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». З рабочим візитом у Гомельській області знаходиться повірений у справах Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь спадар Скотт Роланд. Сьогодні відбулася його зустріча з старшиньою Гомельського облвиконкому Владимиром Дворником. Під час зустрічі розмова йшла об можливостях і перспективах поширення двохбокового співпрацівництва. Взаємна цікавість до його розвиття тичиться не тільки економіки, але й сфер культури, едукації, високих технологій. До речі, високий узровень кваліфікації білоруських спеціалістів Скотт Роланд отзначил особливо. Мы говорили немножко о парке высокой технологии в Минске. Это на самом деле, этот проект такой успех, и
у вас тоже есть парк, пригласили меня вернуться и потом знакомиться с этим парком, надеюсь вернуться и потом попасть на этот парк, смотреть, какие возможности, и потом советоваться с нашими американскими компаниями. У программе визиту спадара Роланда так само заплановано наведывание допоможной школы-интерната, областной библиотеки и двух концертов. У Гомельском районе сегодня прошел семинар по охове працы, уделу яким примали представники разных предприемств и организаций. А кроме стандартных мер профилактики травматизму, специалисты обмерковывали так званый человеческий фактор. Минавито он нередко становится причиной несчастных выпадков на вытворчести. Об опыте и методах вырашения актуальной проблемы – наш наступный сюжет. Удельники семинара наведали филиал Гомельского дорожно-ремонтно-будовничего управления номер 113, где выконываются разные виды работ, у тем лику пожаронебеспечные. А лишь на вогул местом здарения может стать любый участок. Неприкметная клетка, якую продемонстрировали гостям, одной чи уже выратовала человека. Коло, якое находилось внутри, выбухнуло под час под помповки. Водитель не потерпел, только дякуючи выконанию потребования у техники безпеки. При этом до идеала у этой сферы все ж покуль далеко. С початку года у Гомельском районе отбылося три выпадки тяжкого травматизма. Один из них у ДРБУ номер 113. Причинами этих несчастных случаев по результатам расследования оказались личностные факторы. Это нарушение инструкций и собственная неосторожность. Вопросы охраны труда, как никакие другие, требуют ежедневного внимания. И ежедневно людям, к сожалению, нужно напоминать о том, что они должны быть осторожными, что они должны быть здоровыми и невредимыми, должны вернуться каждый день домой. Контроль за организацией безопасности працы у Гомельском районе осуществляет мобильная группа райвыконкама. С початку года она побывала на 77 предприятиях и выявила около 2000 порушений. Не меньше важный направок – укоренение сучасных методик профилактики. Минавито таким опытом поделились с коллегами специалисты ДРБУ. Заместо читания лекций работникам показывают тематичные анимационные фильмы, снятые Европейским агентством по охове працы. Их сенс зрозумелый без перекладу. Люди довольно тяжело воспринимают какие-то видеоматериалы, где таблицы, схемы, цифры и где просто повторяются правила каким-то бумажным языком. Поэтому мы пошли чуть-чуть другим путем. Элементы юмора и элемент вот этой анимации, он более доходчиво объясняет людям вопросы важности охраны труда и техники безопасности. Руслан Проляскоуский, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Головный врач Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов айчинной войны Олег Иванцов станет завтра гостем программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Размова пойдет как об развитии установы, так и у вогуле медицинской галины в области. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» у 18:05. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеле 77 60 58 45. Хуткасть, крутые виражи и роу моторов. У Гомеля на трассе Центра додатковой адукации детей и молоди прошел Кубок города по картингу. Споборництвы носят имя майстра спорта СССР Ивана Кобылянского и традиционно собирают мощнейших гонщиков Беларуси. За заездами сачил Максим Савин. Осеньский Кубок Гомеля довольно представничий старт. Напереди республиканские споборництвы. Это неадренная махчимость набраться в опыту. Но в этом годе удел примали около 50 спортсменов. От починающих до опытных гонщиков. Наимощнейших выявляли у особистым и командным заликах у нескольких классах картов. С каждым годом география этих соревнований становится все шире, участников все больше, и растет, соответственно, и класс, и мастерство гонщиков.
Картинг – это, можно сказать, дверь у свет автоспорту. Популярный он и у якости забавы. Однако, коли справа тычется споборництва, то простота и несерьезность зникают. Некоторые из этих маленьких машинок могут разгоняться до 100 км в годину. На такой худкости любая неосправность может привести до аварии. А тому, перш чем выйти на старт, усе проходят техничную экспертизу. Дождь унес коррективы у працу суддяу. Однозначно смотрим резина, чтобы была дождевая, протектор, чтобы был у них. А вот по норме. На техническое состояние картинга, на тормоза, на разность звездочек, чтобы было рулевое управление в норме, что составляет безопасность каждого гонщика. Покуль гонщики удельничают у церемонии открытия, знакомятся с графиком проведения споборництва, у боксах кипит праца. Механики настроивают карты, проводят опошние проверки. На дворе и тут унесло свои поправки. Под дождь машина полностью перенастраивается. Есть много различных нюансов, секретов. По выниках кубка гамяльчане на высшую приступку пьедестала гонору в особистом залику не подымались. На восьмую агульнокомандным стали першими. Другое место у гонщиков из Витебской области, третье у могилевчан. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Набыть сучасный мобильный телефон с доброй скидкой, подключить выгодный тарифный план и отримать приемные бонусы. Все это можно сделать одразу у одном месте. У Гомеля открылся новый фирмовый центр продажу и обслуживания «Велком». Он разместился по адресу проспект Речицкий, 5В, на базе гандлево-забавляльного центра «Мандарин Плаза». Подробности у Вероники Ворошилиной. Открытие в Гомеле нового фирменного центра продаж и обслуживания «Велком» по традиции сопровождалось церемонией перерезания символичной ленты с логотипом компании и разрезанием праздничного торта. Рождение нового торгового объекта отметили в по-особенному теплой и дружественной атмосфере. Открывшийся фирменный центр продаж и обслуживания «Велком» в Гомеле уже восьмой по счету. Здесь предусмотрен наиболее широкий спектр услуг и созданы все условия для удобства и комфорта своих клиентов. В нашем фирменном центре клиенты могут получить консультации по любым вопросам, связанным с нашими услугами, приобрести оборудование мобильное, настроить его, подключить пакет услуг. В этом центре продаж и обслуживания к услугам клиентов доступна оплата наличными средствами, а также по банковским карточкам. Также к удобству наших абонентов данный центр продаж оборудован боксом для зарядки мобильных телефонов, которые могут воспользоваться все клиенты, которым необходимо зарядить свое мобильное устройство. В новом фирменном центре продаж и обслуживания «Велком» в Гомеле представлен широкий ассортимент мобильных устройств наиболее известных мировых брендов. Что примечательно, на них действуют хорошие скидки, выгодные условия рассрочки и спецпредложения. К слову, в процессе работы одни акции будут сменяться другими. Также своим клиентам компания «Велком» предлагает экономичные тарифные планы и приятные бонусы к ним. Компания недавно стартовала тарифный план «Смарт бесконечный». Вот само название говорит за себя. Внутри тарифного плана звонки и СМС. ММС без ограничений, плюс 5 гигабайт мобильного интернета. При подключении клиенты получают бонус сроком на полгода, так что приходите, подключайтесь. Спешите за приятными покупками и выгодными подключениями. Новый фирменный центр продаж и обслуживания «Велком» ждет вас по адресу проспект Речицкий, 5В, в торгово-развлекательном центре «Мандарин Плаза». Он работает с 9 до 21 часа без обеда и выходных. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.